Уникальный грузовой снегоболотоход создали нижегородские промышленники. Он способен работать везде, проходить по любому грунту или даже воде. И за счет того, что оснащен пневмотраками, ну, грубо говоря, это такие надувные гусеницы, никакого ущерба природе он не наносит. Уникальность этой машины, вот если посмотреть на нее, это пневмогусеничный движитель. То есть если вот этот вот именно движитель, он не срывает покров почвы и не портит в тундре, соответственно, почву, на этой машине можно передвигаться без ущерба экологии. В основном эта машина будет использоваться на магистральных нефтегазопроводах, выполнение аварийных работ, планов предупредительных работ, то есть тогда, когда необходимо доставить инертные материалы при выполнении работ. Машина способна преодолевать любые снега, любой глубины залегания, способна преодолевать все болота, то есть выходить на плав, преодолевать водные преграды. Рулевое управление, соответственно, здесь автомобильного типа, главная передача или трансмиссия, соответственно. То есть никаких сложностей в управлении этой машины, в общем-то, нет. Что касается машины, которую мы показываем сегодня, это плавающий экскаватор. Сам по себе уникальный и, пожалуй, единственный в мире именно плавающий экскаватор, способный выходить на воду неограниченной глубины, собственно. Машина применяется на работе при обслуживании линейной части нефтепровода, при проведении планово-предупредительных или аварийных ремонтов на нефтепроводах.